9 часов 10 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и слушайте нас, конечно же, на Альфа-радио. Рада представить нашего гостя. С нами сегодня декан факультета журналистики БГО Алексей Викторович Беляев. Алексей Викторович, доброе утро. Доброе утро. Предлагаю начать с нашей такой журналистской, близкой для нас темы, очередные новости из Литвы, где заблокировано 18 YouTube-каналов белорусских государственных СМИ. Ну, Мининформ уже прокомментировал, назвал это, наш Мининформ назвал это очередным недружественным шагом, направленным на ограничение доступа жителей Литвы к альтернативной достоверной информации, отметили в ведомстве. И там подчеркнули, что официальный Вильнюс продолжает скатываться к политике ограничения свободы слова и жесткой цензуры. Цитаты, иначе сложно объяснить, какой вред национальным интересам Литвы могла нанести, например, детская программа «Колыханка». Алексей Викторович, ну вот нас часто Запад пытается учить свободе, демократии, рассказывать, как мы тут вот зажимаем, угнетаем и так далее через запятую, что происходит вот у наших соседей и почему сегодня идет такая вот информационная война. Ну, что хочется сказать. Во-первых, хочется сказать, какие же молодцы, какие дальновидные были наши медиа-менеджеры, когда создавали буквально на днях платформу Videobeл.Bay, где все, что забанили там, можно сегодня посмотреть. Единственное, волнует, что, конечно, эти товарищи на Западе могут прикрыть и доступ к видеобил.бай. Но, по крайней мере, мы для своих зрителей можем обеспечить вот эту вот бесперебойную поставку информации, новостей. Потому что мы видим, что, конечно, с одной стороны, работа на тех площадках информационных, которые предоставляют место для выставления своего контента, но при этом контролируются неизвестно кем, точнее, неизвестно кем, не нами они контролируются работа на этих площадках это как э, идти по минному полю то есть каждый шаг может стать последним поэтому понятно мы на этих площадках присутствуем э, свои youtube каналы там заводят наши средства массовой информации наши блогеры но это всегда игра э, когда тебя в любой момент как мы видим могут прикрыть заблокировать избирательно в какой-то стране или вообще как у нас бывало неоднократно могут снести твой youtube канал в принципе вот поэтому э, с одной с одной стороны хорошо, что мы э, в этом плане сейчас подстраховались и создали собственный, э, собственную площадку, где уже весь этот видеоконтент как минимум будет храниться и будет доступен. Вот. То, что касается действий э, собственно, Литвы, то блокировка такого большого количества белорусских ресурсов. Ну, не сказать, что это было ожидаемо, что они прям так сделают, да, но то, что что-то готовилось, это было понятно, потому что на Западе в целом уже сегодня мы видим, идет активная борьба э, с информацией, которая противоречит их точке зрения, и информация, которая несет людям правду, но при этом колет глаза европейским властям, ее они встречают в штыки и пытаются всячески от нее оградить своих потребителей. И мы видели, как просто были уничтожены ресурсы российские, например, Аша Today, которым запретили вещание, и тоже банят, и не пускают их журналистов туда. Мы видели, какая расправа в тех же прибалтийских государствах была с, там, с российскими изданиями типа Спутника, когда людей арестовывают, сажают и до сих пор держат в тюрьмах по обвинению в сотрудничестве с российскими журналистами, только за то, что ты там давал им интервью, а, и даже не будучи работником этих СМИ. Вот, поэтому в отношении белорусских средств массовой информации почему должна быть политика другая? Мы союзники России, мы в союзном государстве, и поэтому, конечно же, для Запада мы тоже представляем информационную угрозу, информационную опасность. Но здесь, конечно, поражает масштаб. То есть маленькая Литва, у которой меньше 3 миллионов населения, там 2 800, по-моему, если не 2,5 миллиона, ну вот, очень убоялась, что та информация, которая идет с наших каналов, не только именно информация политического характера, а вообще всякая, и про спорт, ведь они же забанили и развлекательный контент. Там, конечно, немножко шутило наше министерство информации по поводу колыханки, но даже это показатель. То есть информационный контент, детский контент, который сегодня была бы возможность получать при желании у граждан Литвы. Вот, это все было на самом деле востребовано. Мощностей, собственно, литовских для создания своего национального контента, для создания интересных передач, интересных новостей, даже интересных музыкальных проектов. У них просто таких мощностей нет. Им дают деньги на что угодно. Им дают деньги на строительство военной инфраструктуры, на развитие собственной армии. Там свыше 4% ВВП, они уже, та же Литва навострилась. Вот, им дают деньги Деньги на то чтобы, э, несмотря на их большое нежелание строить у себя лагеря, собирать мигрантов и содержать их, чтобы они не ехали дальше. Но им никто не дает денег на то, чтобы развивалось, собственно, что-то национальное, собственно, что-то для литовского народа. А поскольку судьбы Литвы и Беларуси очень близки, поскольку огромное количество граждан Литвы до сих пор русскоязычные, они очень с большим удовольствием потребляют русскоязычный контент, который в том числе есть и на белорусских телеканалах. Они с удовольствием смотрели и развлекательные передачи типа «Фактор Бай». Но сейчас их этого литовские власти Лишили. Интересный момент, кто за этим всем стоит, то есть, там есть специальная комиссия по информационной политике, как она там толком называется, по телевидению и радиовещанию, по-моему, вот, которая решает, что смотреть литовским зрителям, а что не смотреть, да, и всем там управляет небезызвестный товарищ Ландсбергис, фашистский выкормыш, скажем прямо, нацистский недобиток, который стоял у истоков отделения Литвы от Советского Союза, чей сейчас родственник, внучок возглавляет Министерство иностранных дел Литвы и проводит абсолютно недружественную политику. Ну, то есть понятно, что такие люди, конкретные персонали, которые занимаются информационной политикой, ничего хорошего в этом плане литовскому зрителю, слушателю предложить не могут. Ну а чтобы как завершить эту тему, да, то мы должны вспомнить, что эта политика информационных ограничений в отношении России, в отношении нас, она ведь началась задолго до всех событий вот сейчас мы просто вступили в более активную такую же неприкрытую фазу этой информационной войны сегодня они несмотря на пропагандируемые, пропагандируемые ими же тезисы о свободе слова, о свободе доступа к массовой информации, как они всегда кричали, когда мы после 2020 -го года начали некоторые неугодные ресурсы закрывать. И совсем недавно, на прошлой неделе, Марат Сергеевич Марков, министр информации Республики Беларусь, озвучил, что за последние где-то год, по-моему, закрыто более 5000 ресурсов, которые признаны у нас экстремистскими, но это речь идет не только о, о YouTube-каналах, там целый ряд ресурсов, сайтов э, в разных, э, на разных площадках, но они все время по этому поводу поднимают вой. Ай, какая у нас получается жесткая диктатура. По поводу того, что сделали они, закрыв, в общем-то, мы же не закрываем официальные информационные каналы Литвы. Пожалуйста, можно посмотреть литовское телевидение при желании. Правда, желания такого у нас в основном не возникает. Вот, они же закрыли, перекрыли официальные каналы. Это раз. Но сами это начали давным-давно. Еще я помню, был скандал такой, с YouTube-каналом «Голос Европы», «Voice of Europe», который собирал интервью и размещал на своей площадке различных европейских политиков, Евросоюза в целом, с точки зрения отличной от мейнстрима. Да? Там были собраны многие недовольные европейской политикой, именно депутаты, представители ведомств каких-то, вот, которые об этом открыто высказывались. Вот. Канал этот создали в 2016 году, а в 2018 году они его уже пытались прикрыть. То есть это было задолго до 2020 -го года, задолго до 2022 -го года в России, когда началась специальная военная операция. То есть у них со свободой слова не церемонились никогда, потому что для них самое главное — это свобода их собственного официального слова. Все остальное, точка зрения у них сразу же объявляется пропагандой, сразу же начинается давление на журналистов, и на каналы, и на СМИ, которые якобы эту пропаганду распространяют. А то, что их прозападная пропаганда распространяется и их государственными СМИ, то это их, как бы, они считают, что это нормально, когда других точек зрения нет. Но в таком случае нам тоже надо понимать и перестать стесняться того, что мы делаем, если какие-то действительно вражеские, а это по-другому сейчас назвать нельзя, вражеские информационные ресурсы против нас работают, но ну и укреплять свою информационную безопасность, создавая дополнительные площадки, как тот же видеобел.бай, создавая новые каналы, как первый информационный. Вот, и в целом активно работая э, с точки зрения защиты своего информационного пространства. Алексей Викторович, вот когда говорим об информационном противостоянии, информационной безопасности, вот здесь вот еще одна тема основателя мессенджера Телеграм э, Павел Дуров заявил о том, что Телеграм поможет раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила. В ответ на обоснованные юридические запросы, и вот он заявил, чтобы в дальнейшем удержать э, преступников от злоупотребления поиском Телеграм, мы обновили наши условия обслуживания, политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру миру. Дуров забыл добавить, что обновили после того, как я немножко посидел во французской тюрьме, ну, где да, на конечно. меня было оказано давление. При этом до этого, когда с подобными же предложениями к нему обращались, например, российские власти, когда телеграм был создан еще в России, тогда Дуров говорил: нет, что вы никакого вообще не может быть и слова о том, чтобы модерировать у нас контент, у нас абсолютно совершенно свободная площадка, мы здесь как говорится, даем свободу всем. Но, как мы видим, это все на самом деле очень ограничено. Выведя свои капиталы и выйдя из юрисдикции России, получив паспорта других государств, он не стал более защищенным. И там на него надавили еще похлеще, чем, как говорится, в этих кровавых диктатурах и заставили на сегодня сотрудничать с западными спецслужбами. Это тоже, в общем-то, было ожидаемо, потому что Телеграм одна из последних площадок была, которая пыталась как-то сопротивляться этому э, вмешательству в свои дела со стороны внешних сил, но мы видим, что подтверждается истина: невозможно сегодня быть независимым. То есть независимость это красивое пустое, при этом абсолютно слово, за которым ничего не стоит. Вот. Но и при этом тоже интересно, вот э, с э, точки зрения Дурова, он говорит: мы там будем банить разный контент плохой, мы будем убирать все преступное, там, э, порнографию, торговлю оружием, наркотиками и так далее. Но по запросу спецслужб, интересно только на всех, на запросы всех ли спецслужб мира он будет отвечать, или только избранных европейских, да. А вот при этом, когда банили белорусские СМИ в Литве, да, то при этом в той же комиссии не было денег и средств, чтобы забанить свободный доступ к порнографии, чтобы оградить литовских детей от этого. Вот на это у них денег не нашлось, а вот белорусские э, информационные ресурсы забанить, на это у них нашли деньги, средства, время и желание. Так что тут ситуация такая же. На самом деле, мы должны уже давно понять, поскольку сейчас информационное общество, да, люди живут в информационном поле, оно для них становится вот это информационное во многом виртуальное поле, становится местом обитания, местом существования, то, конечно же, за контроль над этим полем ведутся сумасшедшие битвы и говорить о том, что это будет пространство свободы, но оно уже давным-давно перестало таковым быть. И доберутся сейчас, тем более при развитии современных технических возможностей, доберутся, в принципе, до каждого. Алексей Викторович, спасибо большое. Вот еще одна тема, которую хочу с вами обсудить. Владимир Зеленский прибыл сейчас в США. Ожидается, что встретится он там с Джо Байденом, и с Камалой Харрис, и Дональдом Трампом. И он привез некий свой план победы, который представят вот действующему президенту и кандидатам, там пока основная интрига, а что вы же не там... оговорились: не говорились, план победы или план побега? Да, пока план победы. Вы знаете, я читала интервью Зеленского американским СМИ, я, честно говоря, запуталась в его планах, потому что там был план А, первый план А, второй план Б, в общем. У меня случилась в голове просто полная каша из-за этих диссонанс. вот да, когнитивный диссонанс на самом деле из-за вот этих вот планов, что же они из себя представляют. Но, наверное, если там не вглубляться в детали, которые пока еще не озвучены. Такой вот, да, вопрос, предваряя а, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории, подчеркнув, что каждый раз, когда тот приезжает в США, то уезжает всегда с десятками миллиардов долларов. Ну и, судя по всему, в этот раз тоже, наверное, так получится. Прокомментируйте ну, смотрите, все вот эти вот турне по и по планы. Поводу, по поводу планов, планов громадье. Вот. При этом оно действительно нагромождено один на один, и очень сложно выделить, что бы там хотелось на самом деле. Но если следовать логике, понятно, что у Зеленского сегодня есть несколько важных моментов. Первый момент ⁇ это любой ценой держаться у власти, поскольку он уже нелегитимен с точки зрения избирательного украинского законодательства, с точки зрения украинской конституции. Вот, все, что сейчас делает Зеленский, может быть обнулено в любой момент, если найдутся силы, которые скажут, а вы кто? Да, вы же уже давно не президент. С мая месяца вы уже потеряли свою легитимность. Поэтому любой ценой, во-первых, всеми этими заграничными турне, встречами с иностранными лидерами, Зеленский поднимает свой личный статус, свою значимость именно как президент и как бы получает такую внешнюю легитимность. Это важно для него. С точки зрения военной, то, конечно, мы видим сейчас задачу номер один у украинских политиков, это добиться от Запада не просто негласного, а именно гласного, публичного разрешения бить западным оружием на максимальную дальность по целям вглубь России. Потому что фактически это уже происходит, но пока официальные западные лица говорят, что мы этого не разрешали. Если это и происходит, то это, как говорится, на страх и риск самих украинских военных, украинских политиков, которые дают на это добро, а мы тут, мол, ни при чем. Потому что они как раз опасаются, что все-таки, несмотря на доброту и сдержанность Владимира Владимировича Путина и в целом такую не очень ясную реакцию России на пересечения очередных красных линий. Но все-таки русская пословица, как веревочки не видится, конец все равно будет, да? Вот она и есть, эта пословица. И в какой-то момент действительно может быть перейдена та единственная ключевая линия, которая уже, за которой, как говорится, край. Все, вот, и тогда будут последствия э, для и Европы, и для США катастрофические, потому что это будет означать третью мировую втягивание, то есть удары будут делаться по центрам принятия реальных политических решений, то есть не по Киеву даже, а по другим столицам, как с одной стороны, так и с другой стороны Атлантического океана. Вот. И это понимают и осознают. Поэтому сейчас у Зеленского задача — это выторговать себе такое разрешение, пользоваться западным оружием на максимальную дальность. Задача политиков пока что в том числе и в первую очередь американских, до выборов ничего подобного не позволять, потому что непонятно, как это потом в итоге отразится на избирательной кампании, в чью сторону склонятся интересы американских, в прежде очередь, избирателей. Еще один момент, который у Зеленского да, есть, это постоянная попрошайничество, выклянчивание денег. Вот он не только деньги э, в живом смысле, но различная помощь. Вот сейчас э, Украине не хватает для того, чтобы, как они говорят, развернуть э, ход войны, превратить ее в победу, добиться полного разгрома России. Им много чего не хватает. Но ну, им, например, не хватает боеприпасов. И вот один из первых визитов на американской земле, это на военный завод, где надо попросить себе дополнительно поставки этих необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, боеприпасов для вооружения, вот. Но, э, то есть, Зеленский поехал опять очередной э, тур. Помогите, кто чем может, людям они не местные от поезда отстали. Насколько это будет сейчас? Э, возможно все эти хотелки украинские удовлетворить если раньше действительно смотрели на западе и общественное мнение и политики смотрели на украину как на страну которая да вот нуждается в нашей помощи еще чуть-чуть она победит все сейчас понимают и уже это очень активно звучит в информационном пространстве в политических диалогах что способа военной победы над Россией нет и чем дальше будет заходить этот конфликт чем больше мы будем туда вливать средств тем все хуже и хуже тем быстрее мы приближаемся к ядерному апокалипсису поэтому скорее всего хотелки Зеленского в этот раз будут удовлетворены на самых минимальных уровнях. То есть такого уже триумфа привести там еще какие-нибудь десятки миллиардов долларов не будет. Мы видим, что США уже все, что можно было дать Украине из свободно имеющихся у них запасов финансовых и материальных, они дали. Вот. Сейчас уже речь идет о том, что надо у кого-то отымать отнимать у своих, да, а это уже начинается борьба внутривидовая, внутри самих американских политиков, американских корпораций, вот, от кого будут отщипывать, чтобы передать Украине, потому что, понятно, если, например, речь идет о передаче Украине вооружений, то вооружения берутся старые, изымаются из американских там складов, запасов, направляются на утилизацию, а тут же американский конгресс выделяет деньги на закупку себе же новых вооружений. То есть эти деньги, которые якобы идут на Украину, идут на модернизацию просто американского военного потенциала. Но при всем при этом, там же тоже есть конкурирующие компании, кому отдать, да? И вот здесь начнется э, грызня, и здесь как раз будут делаться ставки на разных э, политических лидеров, кто-то за республиканцев, кто-то за демократов, кто за кем стоит. Но вот сегодня в условиях предвыборной борьбы очень опасно отдавать кому-то напрямую предпочтение, потому что, еще раз повторю, это скажется на результатах выборов. Спасибо большое, Алексей Викторович. Мы на некоторое время прервемся. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем с нашим гостем обсуждать самые яркие, интересные события в Беларуси и за ее пределами. Присоединяйтесь к нам на главной странице сетевого издания sb.by, где идет стрим, и слушайте нас на Альфа-радио. Напоминаю, что в студии сегодня декан факультета журналистики БГУ Алексей Викторович Беляев. Алексей Викторович, мы с вами продолжаем. Вот Закончили на международной повестке в первой части нашей программы. Предлагаю ее же и продолжить. Посмотрите, а вот как замечательно, да. Это значит, во внутренней повестке все в принципе хорошо. Все да, хорошо. Ничего и... такого серьезного. Да, но есть у меня вопросы да. и по внутренней повестке тоже. Обязательно мы про них проговорим. Коллеги в Блумберге написали большую статью. Как вы их по-доброму, коллеги? Ну, слушайте, журналисты, я за то, чтобы они везде ставали журналистами и коллегами. Статья касается того, что Соединенные Штаты Америки беспокоят то, что их глобальное влияние сейчас находится под угрозой. Вот эксперты, с которыми пообщались журналисты, утверждают, что цитата влияние США ослабевает и ослабевает довольно быстро. Появляются растущие державы, которые хотят больше заявить о себе в мировом пространстве от Китая до других, и глобальный юг все больше приобретает голос. Ну вот что американцам делать? Они уже смирились ли с тем, что ну, мироустройство будет пора, гром что коллеги прозрели да то есть мы об этом уже говорим давно что на самом деле товарищи дорогие однополярный мир кончился все нету его есть многополюсный мир причем новый полюс силы страны вот этого так называемого глобального юга то что вы раньше презрительно именовали странами третьего мира развивающимися экономиками эти страны сегодня развились эти страны сегодня диктуют мировые тренды, эти страны сегодня задают основные направления будущего развития. И э, хорошо, что дошло до некоторых на Западе, но, к сожалению, пока только до отдельных журналистов. А хотелось бы, конечно, чтобы это дошло до всех западных политических элит. И, безусловно, новые вот эти центры силы, которые формируются и вокруг... китайских инициатив и вокруг вот этой самой главной я бы сказал глобальной экономико-политической инициативы БРИКС, где начиналось все с пяти государств: да, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Даже в начале четыре было, потом ЮАР подсоединилась. А сейчас мы увидим уже девять членов БРИКС. А сейчас мы видим, а желающих что в желающих еще больше, еще да. больше стоит, да. И видим, что, например, белорусское государство вполне себе серьезно рассматривает БРИКС как следующий шаг нашего появления на международной арене в качестве полноценного игрока. И с этим сегодня невозможно этому противостоять, а с этим они не знают, что делать. Поэтому, конечно, для Соединенных Штатов, в первую очередь, так долго выстраивавших их в какой-то момент, решивших, что они добились своего, создали однополярный мир со своим безусловным доминированием и гегемонией. Вот, для них это как серпом по одному месту, простите за мой французский. Потому что это означает, что вся вот их политика, все их эти игры глобальные на шахматных досках по всему миру, они везде всюду проиграли, и политика их провалилась. Потому что они не могут противостоять вот этому призыву времени. В принципе, это очевидная история, как история, скажу, да, нас этому учат, что никогда не бывает э, там э, постоянной какой-то э, величины доминирования в мире, всегда, всегда есть огромное количество разнонаправленных интересов, и с этим надо считаться. И э, то, что сейчас начинается на Западе, осознание, это хорошо, осознание того, что мы где-то что-то упустили. Плохо, что они пока пытаются этому сопротивляться тренду. Они не пытаются встраиваться в новые структуры, да? они не пытаются с ними выстраивать а, долгосрочные партнерские отношения, не пытаются находить в точке соприкосновения. Они сейчас заточены на то, чтобы это все разрушить, уничтожить, помешать. То есть они нацелены не на сотрудничество, а дух вообще вот этого всего глобального юга ⁇ это международное сотрудничество ради общих интересов. А запад нацелен на конфронтацию, на уничтожение, на противостояние, в конечном итоге на войну. И вот тут очень хорошо проявляются опять законы исторического материализма. Да? То есть кто, как говорится, сеет бурю, тот жнет ветер. Сегодня тот же европейский, в первую очередь, гражданин. Которые находятся во власти своих политических элит, да? они больше всего радовались, как мы сейчас замечательно живем после Второй мировой войны в мирной Европе. У нас никаких проблем, у нас лучшая экономика. Сегодня это все ушло в тартарары, рухнуло. И следующее на очереди США. Там тоже очень большое количество проблем вместо того, чтобы кооперироваться с другими игроками международного сообщества, со странами БРИКС, со странами Шанхайской организации, вместо того, чтобы налаживать партнерские отношения с теми, кого еще недавно вы эксплуатировали нещадно, да, вы все время опять пытаетесь повернуть в сторону, как бы противодействовать, как бы ввести санкции, как бы начать там торговую войну с Китаем, как бы начать очередное вторжение в какое-нибудь государство, и все это заканчивается провалами, провалами ужасающими. Поэтому я думаю, что к журналистам Блумберга следовало все-таки прислушаться и сделать правильные выводы. Спасибо большое, Алексей Викторович. Ну, опять же тут давайте смотрите, белорусская международная повестка в одном вопросе. Сейчас а, проходит а, саммит будущего а, в Нью-Йорке, принимает участие и Беларусь в нем, и вот а, выступал а, заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению цели устойчивого развития Сергей Хоменко. выступал на третьем пленарном сегменте саммита будущего и вот в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь уверенно движется вперед, несмотря на огромные препятствия, которые для нас создают страны Запада через беспрецедентные санкции. И вот нет сомнений, это цитата, нет никакого сомнения в том, что санкции представляют собой одно из самых серьезных препятствий для устойчивого развития на планете. вот, наверное, ну, в подтверждении того, о чем, в общем-то, вы ну, говорили смотрите, выше. устойчивое развитие, это тоже такая, как бы, палка о двух концах. Это Политика, которую нам как раз предложил Запад, политика, которая была основана в смысле устойчивого развития. В том, чтобы попытаться сейчас сохранить наш мир, передать его потомкам, не снижая при этом уровня социально-экономического развития, которого мы уже достигли, да, но сохраняя при этом природные, в первую очередь, невозобновляемые ресурсы. Да и возобновляемые тоже надо очень с ними бережно обращаться. Это все возможно только при условии, что самые современные технологии придут в самые отдаленные уголки мира. И когда мы сталкиваемся именно с санкционным давлением, оно направлено в первую очередь на что? На урезание наших технологических возможностей. То есть санкции противоречат целям устойчивого развития. Это надо четко понимать, что устойчивое развитие ⁇ это современные технологии, энергосбережения, ресурсосбережения при сохранении нынешнего имеющегося уровня жизни, да? При этом заметьте, вот как Беларусь, вот находясь под этим санкционным давлением, именно вот по выполнению. Вот этих а вот мы, целей, да, то есть мы в принципе таки могли примеров, бы, наверное, мы немного. в принципе, да, могли бы сказать, извините, ребята, ваше предложение сейчас 30 не 30-е место, вот в мировом рейтинге. А Беларусь, занимаем, у нас да. разработана, у нас есть. Национальная стратегия устойчивого развития на данный момент уже действует второй извод, вторая редакция. До этого был НСУР до 2025 года, сейчас уже действует Национальная стратегия устойчивого развития до 2030 года. И мы четко поэтапно ее выполняем. Реализуем все положения, которые там записаны, там почти 100-страничный документ, так на минуточку, с экономическими выкладками, э, с прогнозами, и мы по этим прогнозам идем. Да, и вот то, что Беларусь, как говорится, понимает свою ответственность в этом мире, понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед своими соседями, и несмотря ни на что, несмотря ни на какие преграды, мы все-таки пытаемся реализовывать положения этой стратегии устойчивого развития. Это дорогого стоит. И хотелось бы, конечно, чтобы это наше в первую очередь, западные коллеги все-таки оценили. Но пока мы практических шагов там по снятию санкций, по снижению давления на наш технологический суверенитет мы не видим. Но мы, тем не менее, находим пути, мы находим тех, кто с нами готов сотрудничать, мы находим себе партнеров в тех же странах глобального юга, с которыми можно вести дела, с которыми мы разговариваем на одном языке, на языке сотрудничества, а не конфронтации. Спасибо, Алексей Викторович. В завершении нашей программы вот попрошу вас прокомментировать свежие цифры, которыми поделились в госпогранкомитете, они касаются количества въехавших по расширенному безвизу. Так вот за два месяца обновленным безвизовым порядком въезда в Беларусь воспользовались около 6 тысяч граждан 35 европейских стран. И вот пятерка а, выглядит вот так. Даже Больше всего а двойка самая интересная. Германия, и... Эстония. Да, это удивительно. Для меня, например, тоже было удивительно, что эстонцев очень много. Эстонцев к нам едет. много, да. Особенно ну, и если вошли... сравнивать страну, масштабы, да, одна из самых малонаселенных стран прибал там миллион с небольшим э, проживает население. и при этом к нам приехала значительная часть вот именно из Эстонии это как бы возвращаясь к тому с чего мы начинали да несмотря на то что там страны Запада и Прибалтики тоже ведут недружественную политику закрывают информационные каналы чтобы их граждане ничего не знали о том как у нас здесь жизнь устроена а люди едут люди едут и люди видят на самом деле жизнь потом они у себя телеграм-каналах, в тиктоках, в инстаграмах рассказывают о том, на ютюбе блогеры рассказывают о том, что здесь в Беларуси на самом деле. Это очень хорошо. И то, что у нас граждане Германии могут приехать, граждане Эстонии, граждане Польши, граждане Литвы той же, да, которая нас информационно пытается забанить. Вот. И самое главное, за год с небольшим почти миллион у нас там 900 с чем-то. Да, с 15 апреля 2022 да. года, точную По... цифру назовут, 967 439 ну, жителей. Ну, я думаю, что вот на сегодняшний скоро... момент, да, уже там приближается к миллиону. А, это огромное, огромное на самом деле число людей, которые у нас побывали, которые несмотря ни на что, несмотря на все преграды, мы же видим, какие пограничные а, препоны строят, невозможно пересечь границу там, долгие стояния в очередях, досмотры, конфискация того, что ты везешь отсюда, да, но тем не менее, приезжают, как говорится, молочка попить, колбаски белорусской попробовать, сырков и сметанки нашей покушать, походить по красивым чистым улицам, подышать хорошим чистым свежим воздухом, съездить, посмотреть на наши замечательные красоты и природные, и э, историко-архитектурные, вот, посетить наши замки, посмотреть на города белорусские, и я думаю, что вот эти цифры, они будут только расти, да, по Гранд-комитету надо эту статистику почаще публиковать, вот, и это положительный момент, то есть на самом деле, несмотря на преграды, создаваемые политиками, народная дипломатия, она все равно работает, и здесь вот этот вот как раз принцип народной дипломатии мы видим во всей своей красе. Поэтому всех приглашаем, добро пожаловать У -у -у. в Беларусь. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был декан факультета журналистики БГУ Алексей Викторович Беляев. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня, Алексей Прекрасного, Викторович. Прекрасного, я бы сказал, дня и замечательной Спасибо недели. Спасибо за интересный разговор. До встречи. Всего доброго.